Так, всем привет! Сегодня снова у нас будет заезд. Заезд двух вагов, короче. В чем смысл? Это Гольф, у нас шестой. 12-го года выпуска, пробег 150 тысяч километров. Здесь 1,4, 122 лошади, короче, турбовый мотор, 7-ступенчатая коробка DSG. Вес тонна 240. Это нам известно, да, Volkswagen Polo, который мы уже встречали не раз, короче, парень. Решил зацепиться тоже с турбовой тачкой. Вы все говорите, с атмосферой нет смысла цепляться. Он решил заехать с турбо, короче. Это, кто не знает, 1.4, 125 лошадиных сил. 16-го года выпуска тачка. На 6-ступенчатой коробке механика. Пробег 45 тысяч километров. Сегодня мы, короче, хотим выяснить. Старший брат даст младшему, короче, фор. Или кто кого из них, короче, натянет, понимаете? Вот это будет очень интересно. Ну, вы видите, у нас через зацепом, я думаю, не лучше будет момент, но все равно, здесь летняя резина, здесь у нас липучка уже зимняя установлена. Ну, короче, давайте смотреть, что из этого получится. Ну что, я думаю, вы, короче, все видели. Поло, короче, дал по щам Гольфу шестому. Непонятно почему, хотя мы думали из-за того, что тут, короче, DSG, по-любому она уедет. Так мы знаем, DSG всегда переключает быстрее, но, как мы видим, механика здесь вывезла. И по весу, ребят, всего лишь 20 килограмм разница. И я думаю, это не играет здесь никакой роли. Возможно, не было зацепа, но и ходом, короче, мы пробовали со второй передачи, вы тоже видели, был один заезд. Ходом все равно Volkswagen Polo уезжает, короче. Вот в чем ситуация, так что... Младший брат сказал старшему, давай соскакивай, я сейчас подрасту, поднакачался. Ну, короче, Поло меня, ребят, реально удивляет. Тачка быстро за эти бабки, понимаете? Он живой, видите, он разговаривает с нами. Так что всем спасибо, ребят, за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Гонки у нас еще, я думаю, будут в любом случае.